Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, зайдем в магазин и... сундучок бесплатный. Так, ребята, выпадет нам шлем. Нам выпадет шлем, а вот на кого и какой, сейчас увидим. Так, 800 монет, колючка. Так, огненный Дейна, огненная бомба. Редкий шлем, ребята, нам выпадает на... как его звать-то, я уже забыл. Да, на Диметра. На Диметра, значит, мы одеваем редкий шлем. Так, где он у нас? Вот он. Второго уровня. Так, 46 к атаке, друзья мои. 46 к атаке. Или это общее количество атака 46? Непонятно пока. Ну, в общем, нормально, друзья мои. И у нас 24 тысячи монет. Откуда я столько накопил? И когда я успел столько накопить. Так, что же мы тогда прокачаем, друзья мои? У нас есть только один вариант. Прокачать Тирекса, и все. Нет, мы можем, конечно, прокачать себе дальний бой, либо здоровье. Но все-таки я, наверное, все-таки Тирекса, друзья мои. 2 часа, ну 3 часа он будет, короче, ребят, созревать. 3 часа. Так, но это не суть, друзья мои. Суть у нас в том, что вот новый динозаврик, которого мы будем с тобой сегодня, наверное, открывать и получать. Ну что, поехали. Слушай, неплохой, в принципе, выбор, друзья мои. Вот нет только хилки и мало снарядов. Снарядов всего лишь 2, то есть это электрическая. Ну и та самая бомба. Опа-на. А ну-ка, сейчас проверим. А, я понял, ребята. Эти... Что там? Блин, там, друзья мои, хил. Да, хила пробей, попробуй-ка теперь. А, мы сейчас сделаем, знаешь что? Мы сейчас с тобой снаряд туда запульнем. Вот такой вот. И все. Тебе не кажется, что у меня здоровья маловато? Прекрасно. Такс. Блин. А я даже пока не знаю, да, ребят. Тут надо как-то... как-то, наверное, вот так вот делать. Блин, а вон доспехи идут. А я вам еще раз говорю, ребята. Броня, это вот считается, что броней. Вот это броня, да, а вот эти вот, это, друзья мои, вообще не броня. Это так. Одно название. Что, подбили, хотите сказать, что ли? Молодцы, красавчики, уничтожили того гаврика. Так, может быть, нам... На мамонта, как думаешь, подоспеем мы насобирать? Я сейчас сделаю так вот. Да, друзья мои, сейчас мамонта позовем. Ага, несмотря на... Блин. Несмотря на то, что мы с тобой мамонта-то призвали, а там все равно, ребята, их слишком много идет. Ну, может быть, конечно, с мамонтом справимся. Я не буду ничего утверждать тут. Тут, ребята, главное, чтобы плювик еще был. Так, окей. А вот здесь вот главное, чтобы этот сбивал. И все будет окей. Если голову его пробьет, так тоже нормально. Что-то мне подсказывает, что сейчас, друзья, что-то будет. Как-то удивительно. А, не, вон идет, идет. А я электрическую потратил, да? Молодец, Рэй. Так, вот так вот я. Есть. Блин, мамонта сбили.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, кто бежит, смотри. Я еще раз пробую, ребят. Так, давай попробуем взять Тирекса. Взять Тирекса и позвать. Блин, меня подбили. Ну, Тирекс, главное, вышел. Блин, он же у нас не прокачанный. Ай-яй-яй, звезда, ребят, отнимается. И звезда отнимается. А сейчас мы глянем, что у нас тут происходит. Что вообще творится здесь. Ай, не то сделал немножко, ладно, фиг с ним. Ну, вот он наш родной. Да, ребята, он электрический, как я и подозревал. Вон, видно, по нему разрядики ходят. Блин, я думал, хотя бы на две звезды, а мы даже с тобой и двух звезд не получим. А, нет, получим, получим, ребят. На две звезды, хотелось бы на три, конечно, но, Миш, я замешкался что-то там. Вот так вот. И со второго сундучка она выпадает вот такие награды, друзья мои. Ну что же. Награду должны еще, наверное, нам дать. Угу. Такой миленький. Так, что мы здесь? Это Гром Хаспа. Стреляет электропулями, которые сильны против металлической брони. Электропулями. Угу. Так, у нас ничего тут нету? Нету. Такс, погнали дальше тогда. Попробуем здесь, друзья мои. Блин, конечно, он у нас вообще не прокачан, вообще никто. И звать его никак. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Не, но этот все равно неплохо бомбит. Что не говори, друзья мои, он бомбит все-таки неплохо. Только вот эти вот раздражают меня, хлопчики. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня. А вот он как бомбит, да? Ну, я не знаю, может быть, дальше будет как-то прикольно, но сейчас это что-то выглядит как-то немножко смешно, ребят. Давай по чесноку. Ну, прям вообще ни о чем, ребят. Ну, прям вообще не тот эффект, друзья мои, которого я ожидал. Опять же, повторюсь, они предназначены против бронированных. Мы пока с тобой особо таких сильно бронированных не видим. Хотя, если вот так вот посмотреть, они бьют очень даже неплохо, друзья мои. То есть есть, да, какой-то профит от них. А если их еще прокачать, а их прокачать обязательно надо будет, то, возможно, из этого даже выйдет какой-то, ребята, толк. Давай, наверное, сделаем так. Ого! Это что, друзья мои? Это, блин, бомжиха. Это ведь бомжиха, я так понимаю, да? По-моему, друзья мои, это бомжиха. Ну, в броне, естественно. Что-то там как-то жестко наказывает меня.
И у меня, видишь, электрической фигни нету у них. Я вот только на уповая на удары вот от этого. Блин, надо вон тех как-то уничтожать. А я не успел. А сейчас, ой, блин, что я туплю. Сейчас запинает, друзья мои. Конечно, запинает моих электрических. Они без защиты остались. Да, я слышу, их там одного за другим только уничтожает. Да, ими только, ребята, пробивать. Вообще не алло. Есть, на 3 звездочки, друзья мои. Этот уровень у нас будет пройден на 3 звезды. Что очень хорошо, я очень этому, друзья мои, рад. Так, опа, Диметра, друзья мои, прокачивается у нас. Ага. Так, ну что же, что Диметра, ребят, прокачивается, это уже хорошо, друзья. Будет он немножечко у нас сильнее. Так, давай-ка я сделаю в обнову. Я надеюсь, мне хватит. Должно хватить, по идее, он там не так дорого стоит. Угу. Единственное, что ждать 5 минут. Ну, это мелочи жизни. Так, ребята, 26,3. Слушай, ну вот этот хила опять же нету. Опять же нет хила, друзья мои, но электрическим. Без него теперь, я так понимаю, все. Двери закрыто, ребята, без него, как без рук теперь мы. Ну, он, благо, стоит не очень дорого, 18 энергии. Как бы это, я считаю, приемлемо, ребят. Давай я, наверное, его вызову. Блин, вот это вот. Сейчас будем бомбить камнями. Так. Прекрасно. Плювика, наверное, нам надо будет позвать или что? Только не ты, а? Блин, почему электрический разряд его не... Ну, как сказать? Не пробивает. То есть не глушит. Ну, не станет его, ребят, одним словом. Вот это для меня непонятно. И, наверное, нам бы здесь не помешал бы, наверное, мамонт. Так, мамонта я попробовал призвать. Ну, где мамонта твою налево? Все, мамонт прибыл. Мамонт прибыл. Давай тогда еще одного электрического, ребят, позовем. Офигеть, они на хлоп... Ты посмотри. Ребята, они очень жестко нахлобучивают. Даже мамонта. Чему я удивляюсь, блин? Чему я тут удивляюсь, ребята, если они в доспехах? Согласись. Вот и звезду, ребята, уже отнимают. И опять я чуть-чуть не успеваю. Блин, ребят.
Я не понимаю, зачем здесь огненный Дейн. А вот хоть ты убей меня, я не понимаю, для чего он здесь вообще нужен, если... Хотя вот эти вот, они же, может быть, это деревянные доспехи, которые рыцари ходят. Может быть, именно для них он предназначался. Слушай, я что-то об этом даже не подумал. Наверное, так оно и было, скорее всего. Так, Гром Хаспо. Эх, Гром Хаспо хотелось бы, конечно, немножко прокачать. Так, ну что, друзья мои, две звезды мы здесь с тобой потянули. Дальше идет... Дальше идет у нас сундук. Угу. Сундук, опять же, мамонт. Опять же, вот начинается, ребят. Ну, тут быстро. Вот, видишь, вот этот вот хмырь, он идет в деревянной броне. Ребята, может быть, для него предназначаются... Да вряд ли. Хотя почему вряд ли? Может быть, наоборот. Блин, мне отступать-то никак нельзя. Да твою ж дивизию. Ну блин, ну. Ну по-другому никак, ребята. Ну, там либо стоять, либо не стоять. Третьего не дано, понимаешь? Все. Живы еще, живы. Слава богу. Так. Есть, наказали. Так, бомжиху убрали. Так, здесь, наверное, мы лечечку с тобой применим. Конечно, мамонта бы. Ну, мамонт, ребята, ну не тянет он. Вон, видишь, их вот эта вот орда начинает, когда бомбить. Все, ребята, тут хоть ты что делай, просто... Они одного за другим уничтожают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Катастрофа, друзья мои, просто катастрофа. Диметра, пойдем, пойдем быстрее. Ты нам нужен. Ты нам нужен. Стои, а, стоят еще родные мои. Так, блин, сейчас, по-моему, опять тут дуплюсь. Те гады, видишь, издалека бомбят. Просто издалека бомбят по нам и все. Друзья, на три звезды идем. Как бы это странно ни звучало. А это с сундуком, да, уровень? Да, этот уровень у нас идет с сундучком. Так что... Так что прекрасно сейчас все будет. Здесь получаем три сундука. Так. А здесь на Пэтчи карточка была. И на Рэмбо в огне. Так, три звезды. Сколько здесь у нас? 13. И нам нужно забрать еще вот этот сундук. Естественно, деревянный, обычный, с минимальными наградами. Так, 800 монет. 3 самоцвета. Пэтчи 2. Ледяной шар. Ну, в принципе, и все. Так, три энергии, друзья мои. Ну что, погнали тогда дальше попробуем. Так, ну здесь хотя бы дали
А, тут у нас Рэмбо, да? Тут у нас Рэмбо. Сейчас посмотрим, кстати, как Рэмбо против вот этих щитовиков действует. Ты серьезно? В общем, я тебе скажу одно. Никак он практически, ребят, не действует. То есть действует, ну... Очень... Еще один щитовик идет. Слушай, он меня решил достать своими этими. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош. Блин, кого мне надо тут призвать? Мамонта? Нет, ну, блин. Давай Диметра позовем. Бежи, бегут, блин. Так, сейчас попробуем. Прокатил фокус? Вроде бы да. А если я возьму еще хилочку позову к нам на помощь? Хилку и... Ну, конечно, хотелось бы мамонта, но... Ну, я возьму, наверное, плювик, ребят. Так, с Диметра. Угу, идет, идут. Блин, так тут еще и эти. Мама, спасибо тебе, хоть чуть-чуть тут придержишь. Чуть-чуть буквально. Подожди, сейчас я вот этих вот. Блин, да нифига, ты посмотри, как он врубает. Ну куда, куда, куда? Все, ребят, сейчас распетрушат. Блин. Они остались без моей защиты. Естественно, их сейчас там разбомбят. Один за другим, один за другим, смотри, видишь? Ну и, соответственно, минус звезда. Соответственно, ребят. Да уж. Так, меня тут чуть-чуть, друзья мои, отвлекли от всего нашего этого дела прекрасного. Твою налево, блин. Опять, ребята, блин, звезду отнимают. По-моему, даже вторую уже. Нет, хороши, хороши вот эти вот электрические, но их нужно, ребят, прокачать все-таки. Все-таки нужно им левел поднимать. Они именно по урону не вытягивают. А вот если им прокачать еще и шлем, вот тогда-то, мне кажется, ребята, цены-то им и не будет, вот эти вот электрические. А что интересно тогда за последний-то там дракон, а? Что интересно за последний дракон, что он делает? Мне вот очень интересно знать. Так, слушай, ну мы с тобой на другую карту не перейдем, потому что нам не хватит... Элементарно звезд. Да, нам не хватит элементарно звезд, ребята.
Видишь, там нужно 416. Блин, только вспомнил. Смотри, 208, ребята. Мы могли бы взять бы этот шлем. Эпический. Но я не буду брать его. И я очень хочу, но я его брать не буду. Блин, мне вот этот вот... Понравился мне этот лес, если честно. Давай попробуем вот здесь вот пройти, ребят. А, на 3 звезды. Может быть, все-таки как-то получится. Подожди, ну тут мне еще не дали, да, этого динозаврика. Мне только дают, ребята, электрический снаряд. Ну ладно, посмотрим. Я думаю, что... А что я думаю? Ага. Ну давай попробуем через Диметра. Плюс Плювик. Так, этого сразу вот так вот. Блин, там еще один идет. Ну давай электрический снаряд. Во. Так, и нам либо этого брать с тобой. Блин, трындец, ребят. Какая-то фигня получается. Запинали, заплевали его. Молодцы, красавчики. Так, друзья мои, тут уже... Ну ты видишь, уже вот портал... портал, блин. И этот начинает тут бомбить. Псих. Недоучка этот. Кого ты там бомбишь-то, я не пойму. Есть. Е-е-е, ребят, 3 звезды. Все, я спокоен. Я спокоен. Потому что мы на 3 звезды этот уровень прошли. А вот пройдем ли мы с тобой еще один уровень? Это уже будет вопрос. Ага. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Вот, друзья мои, он коротенький, как бы. Вот тут нам не хватает еще одной звездочки. Но тут, конечно, да. Плювик, огненный Дейна. По-моему, тут, друзья мои, будет. Ой, тут еще и вон что. Ну, если этого, ладно, я подобью, допустим. Понятно, что огненный Дейна... Ой, огненный Дейн... Дейн... Блин! Все уже, ребята, заговариваться стал. Ну, давай Плювика вызывать, пока все равно вариантов особых нету. Черт бы вас побрал, а! Ну что тут, рыбачами, что ли, одними играть придется? Или как тут? Я даже не пойму, кому мы там с тобой... Наверное, все-таки... Блин, или огненный Дейна, или... Или плевуна брать. Ну и этот у нас как огненный идет. Наверное, все-таки брать плевуна, ребят, надо. Я пойду сюда, наверное, бомбану пока. Таким вот образом. Псих этот еще бежит. Опять же вызываю, ребята, огненного Дейна. Плювик, он нормально бомбит, ребята. Он нормально вот этот, который вдалеке стреляет. Но он не... Как тебе это объяснить-то, блин? Он не вытягивает урон. Давай скажу так тебе. Он не вытягивает урон, ребята.
Все как бы прекрасно, но... На 3 звезды, все, ребята, мы сделали этот уровень. У меня аж рука зачесалась. Ох. Есть. Есть контакт на 3 звезды. А мы получим с тобой сундук сейчас. Ну-ка, что тут? Такой себе. По одной карточке, ребят, так мало. Хорошо, когда выпадает эпический сундук. Там награды шикарные, сам понимаешь. Ну, вот эти, кстати, сундуки тоже очень хороши, ребят. Они так, такие довольно жирные, так скажем. Именно в плане награды. Давай, давай, забираем. Островной сундук. Так, 7000. Так, 10 кристаллов. Трисоров 10. Спитозавров 10. Большой камень 5. О, редкий шлем, друзья мои. Уже прекрасно, друзья, уже прекрасно. Редкий шлем на Гром Хаоса. Всего плюс 2 к атаке и 18 хп. А что так жиденько-то? Жидко как-то, ребята. Я вот не знаю, ребята, вот. Или дальний бой, или здоровье. Всего 2. Вы издеваетесь, что ли? Вот с такими параметрами-то. Да. Готовность один день. Один день. Ну что, друзья, поехали. Попробуем здесь. А фиг ли делать. Но тут. Блин. Давай попробуем сейчас его тут заметить. По-быстренькому. Я думаю, что они пока справятся здесь, а мы... Хорош. Так, двигаемся дальше. Я, наверное, сделаю вот так. А вот плювик, по-моему, ребята, здесь не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежит. Этого я сейчас вырублю. Вот плювик... Вон, два рыцаря идет. Так, я сейчас сделаю так вот. Ага. Так, я еще одного, ребята, плюки сказал. Хотя, а, у меня все равно не хватало бы на Тирекса. На Тирекса бы у меня не хватило бы, да, на Тиранозавра. То есть плювики? Ну да, получается, что плювики это наши пока все, ребят. И они, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежит, ребята. Оглушил, успел вроде бы. Так, где моя электрическая... А, мы его подбили уже. Слушайте, друзья, ну тут мы прям вообще шикарно, посмотри. Сколько там плювиков еще сзади, целая орда. Вообще без проблем. Просто без проблем. Ну, давай сундук смотрим, что там в нем. Угу. Так, еще сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, 3000 монет сверху нам насыпят. По-моему, так должно быть, да?
А ну-ка. Да. 3000 монет сверху, итого 12000. Такс, погнали. А у нас энергия есть? Есть, ребят, последняя энергия. А вот этот вот уровень, да, сложновато для меня, блин. Хотя этот сейчас у нас получил шлем, может быть, и будет попроще, ребята. Он все-таки шлем получил, не забывай, шлем дает очень неплохую. Ну как неплохую? Плюс 2 там к атаке. Хотелось бы, конечно, намного больше, но пока и такой, ребята, сгодится. Как говорится, за неимением чего-то лучшего и худшее пойдет. Тем более, как ни крути, все равно они, ребята... Вон, бежит. Да, как-то... Ну-ка, огонечком. Хорош, посмотри, как получается у нас. Прям даже я так... А, тут же, вот тут, по-моему, рыцарь будет. Или... Я уже все попутал, ребят. Где тут, что, когда и почему. Все-таки здесь. Все, ребят, я активирую. Пока я в этом, блин, был, по крайней мере, в защите. Блин, все-таки сбило, да? Мамонт нужен. Или же вот этот все-таки, ребят. Давай-ка я пока заморозочку тут применю. Есть. Хорош, хорош, хорош. Давите, давайте, 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 давай, давай. Тут главное, ребята, не погибнуть, чтобы мои эти не остались без прикрытия. Ну, ты понял, как мы с тобой делали, как в прошлые разы. Также с помощью дуркования, ребята. Плюс мамонт. Плюс вот так еще. Опа! И, по-моему, друзья мои, 3 звезды у нас тут корячится. Ой, как красиво мы здесь с тобой, а? Как мы их красиво здесь сделали. Прям душа радуется, ребят. Вот награды, конечно, они жопят. Жопят, ребят, по-черному. Ну? Эх, энергии, к сожалению, друзья мои, нету. Нет энергии. А так бы, я думаю, мы бы вот это так бы с тобой тоже на 3 звездочки прошли бы и получили бы награду. Да, ну... Я не знаю, прикинь, будет какая-нибудь бомжиха, которая будет бросать вот этих рыцарей у нас. Я вообще чеколдыкнусь. Ну тут еще, ребят, есть... Ой, еще... Много проходить. Мы, короче, с тобой вот так вот до замка, до самого главного, видимо, дойдем. Да. Но, ребят, нам всего лишь 1 звезду, и нам откроется следующая локация. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!